Привет, я хотела вам показать, как у меня настроена портретура и как она меняет фотографию. То есть вот это у меня сырая фотография, то есть я тут только чуть-чуть подправила фон. Сейчас я покажу, какая она была. Вот она была, видите, там кусочек пола виден. Вот я его починила. И сейчас мы открываем новый слой. Новый слой, Ctrl-J. Сюда перетащу это окошко со слоями, чтобы было видно. Вот. И запускаем портретуру. Вот она у меня в Imagenomic Portraiture. Настроечки какие у меня. Я почти ничего не меняла в этих настройках. Чуть-чуть, может быть, где-то что-то подвинула, когда у кого-то из фотографов видела. Но практически тут как было сразу, когда я ее купила, так здесь все и есть. Все, нажимаем ОК. А, в другом прогресс виден на другом мониторе. Ну, то сейчас, то есть она идет, процесс пошел. А на другом мониторе тут не видно, что происходит. И сейчас, да, тут занимает какое-то время. Вот уже процентов 80 сделано, сейчас вот оно заканчивает. Вот без фильтра, вот это с фильтром. Конечно, тетенька такая стала очень сильно оранжевая, и поэтому я немножко уберу opacity, вот где-то вот на 66%. После этого я ставлю еще одну, кладу масочку и прорисовываю черной кистью реснички и, может быть, где-то губы. Сейчас посмотрим, сделаем побольше. То есть, в принципе, они даже все равно не расплылись, видите, они все равно хорошие, но я их чуть-чуть вот здесь прорисовываю черной мягкой кистью. То есть иногда можно пройтись по волосам, но если волосы светлые, то тут будут видны, ну, полоски, следы от вашей кисти. Ну вот, сейчас я чуть-чуть увеличу. Видите, кожа не замыленная вполне, даже текстурка остается видна. Сейчас я уберу, покажу еще раз до и после. Вот до, смотрите, на коже, вот на эту часть, и вот, может быть, на грудь. Вот это до и вот после. В принципе, у меня фотографии уже более-менее готовы. Я только добавлю здесь резкости обязательно добавлю, и контраста с яркостью. Вот и все.